Друзья, давайте дружнее поддерживать наших спортсменов. Победил Инал Гевгафов. Караев. Зовут Караев, откуда вы приехали? Северная Осетия, Республика Крым. Северная Осетия, Республика Крым. Победил! Вы сколько лет занимаетесь? Ансамасская! Четвертый год, да. А наши приглашаются Тихомиров Антон, Зимовец Роман. Вы еще, да? Приготовиться Беченов Ахмадалиев. Встречались с представителем меньшего с весом, правильно? Да, да? Да. Это абсолютно весовая категория. Здесь веса роли не имеют. Угу. То есть самый маленький вес у нас это 70 килограмм мужчин. Угу. А верхний потолок он не ограничен. Поэтому то есть 70 килограмм может выйти бороться с тем, кто весит 200 килограмм. А были килограмм. Случаи, когда 70 килограмм побеждали 200? Много раз. Много раз, много да? раз. Вот Россия прошла абсолютно вот буквально неделю назад в город-герой Казань. И вот там был такой случай, как раз 70-килограммовый одержал победу над 180-килограммовым. Да, да, так что сумо, такая череда случайностей, событий, скорости и все, и схватка завершена. Я понял. Успехов вам, спасибо. Спасибо большое.